Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об усилении социальной защиты лиц, которым присвоено звание национального героя Азербайджана и внесение изменений в указ об учреждении пенсии президента Азербайджанской республики для лиц, которым присвоено звание национального героя Азербайджана номер 258 от 14 июля 2005 года. Для каждого лица, которому присвоено звание национального героя Азербайджана, с 1 марта 2018 года установлена пенсия в размере 1500 манатов. До сегодняшнего дня размер пенсии составлял 1300 манатов. Не забудь подписаться на канал.